Иное измерение русской культуры. Михаил Васильевич Ломоносов. Ода, выбранная из Иова. Главы 38, 39. 40 и 41. Читает Евгений Празднов-Брушковский. О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Внимай, коль в ревности ужасно он к Иову из тучи рек. Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая и гласом громы прерывая, словами небо колебал и так его на раз призвал. Сбери свои все силы ныне, мужайся, стой и дай ответ. Где был ты, как я в стройном чине прекрасный сей устроил свет? Когда я твердь земли поставил и сонм небесных сил прославил величество и власть мою, яви премудрость ты свою! Где был ты, как передо мною бесчисленны тьмы новых звезд, моей, возжженных вдруг рукою, в обширности безмерных мест мое величество вещали, когда от солнца воссияли повсюду новые лучи, когда взошла луна в ночи? Кто море удержал брегами и бездне положил предел, и ей свирепыми волнами стремиться дали не велел? Покрытую пучину мглою не я ли сильною рукою открыл и разогнал туман, и с суши сдвигнул океан? Возмог ли ты, хотя однажды, велеть ранее утру быть? И нивы в день томящей жажды дождем прохладным напоить, пловцу способный ветер направить, чтоб в пристани его поставить и тяготу земли тряхнуть, дабы безбожных с ней сопхнуть? Стремнинами путей ты разных прошел ли моря глубину? Исчел ли чуд многообразных стада, ходящие по дну? Отверзлись ли перед тобою всегдашнею покрытым мглою со страхом смертные врата? Ты спер ли адовы уста? Стесняя вихрем облак мрачный, ты солнце можешь ли закрыть и воздух огустить прозрачный и молнию в дожде родить? И вдруг быстротекущим блеском и гор сердца трясущим треском концы вселенной колебать и смертным гнев свой возвещать? Твоей ли хитростью взлетает орел на высоту паря, по ветру крыла простирает и смотрит в реки и моря? От облак видит он высоких в водах и в пропастях глубоких
что в пищу я ему послал, толь быстро око ты ли дал? Воззрив лиса на бегемота, что мною сотворен с тобой. Колючий терн его охота безвредно попирать ногой. Коль верви сплетены в нем жилы, отведай ты своей с ним силы. В нем ребра, как летая медь. Кто может рог его сотреть? Ты можешь ли Левиафана на уде вытянуть на брег? В самой середине океана он быстрый простирает бег, светящимися чешуями покрыт, как медными щитами. Копье и меч, и молот твой считает за тростник гнилой. Как жерно в сердце он имеет, и зубы страшный ряд серпов. Кто руку в них вложить посмеет, всегда к сражению он готов, на острых камнях возлегает, и твердость он их презирает, для крепости великих сил считает их за мягкой ил. Когда к брани устремится, то море, как котел, кипит, как печь гортань его дымится, в пучине след его горит, сверкают очи раздраженные, как уголь в горниле раскаленный, всех сильных он страшит, гоня. Кто может стать против меня? Обширного громаду света, когда устроить я хотел, просил ли твоего совета для множества толиких дел? Как перст я взял в начале века, дабы создать и человека, зачем тогда ты не сказал, чтобы вид иной тебе я дал? Сие, о смертный рассуждая, представь, зиждитель во власть, святую волю почитая, имей свою в терпенье часть. Он все на пользу нашу строит, казнит кого или покоит. В надежде тяготу сноси и без роптания проси. Тысяча семьсот пятидесятый год. Читано по изданию сочинение Михаила Васильевича Ломоносова «В стихах» под редакцией Арсения Ивановича Веденского. Санкт-Петербург. Издание Маркса 1893 года.